Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Уже год на пепелище, будто черти танцуют. Когда-то популярный развлекательный центр, первый такой в городе, в считанные минуты превратился в руины. Последние годы его работы как-то свели на нет успех заведения. Собственники менялись, арендаторы тоже. Сотрудникам боулинга, например, хозяева почти перестали платить. Пожар, казалось бы, поставил жирную точку во всей этой истории. Делить больше нечего, но не тут-то было. Нами на суд была представлена экспертиза о рыночной стоимости, которая составила более 18 миллионов рублей. В эту стоимость входит только сгоревшее здание и земельный участок без учета пристроя. Соответственно, общая стоимость имущества на указанном комплексе около 25 миллионов рублей. Однако ответчик представил свою экспертизу, согласно которой стоимость здания равняется 300 тысяч рублей. В связи с тем, что две экспертизы между собой были не согласованы, судом назначена независимая судебная экспертиза. У развлекательного комплекса последними хозяевами были две бизнес-вумен. Одна – Ланда Жбайкова, вторая – госпожа Галина, супруга депутата Курултая. Бизнес 50 на 50 на равных условиях. Но тут как будто кошка пробежала между партнерами. И супруга депутата продала не только свою долю третьим лицам, но еще и долю подруги. Здание, которое сейчас разбирают, и пристрой, земельный участок, который в последующем путем нескольких сделок было отчуждено физлицам, после чего нами был подан иск в суд о признании сделок мнимых, ничтожных и последствий применения недействительных сделок. Иск был подан в начале августа 2016 года, но по сегодняшний день никакого решения еще не вынесено. Судебная тяжба продолжается, судом назначена экспертиза по определению рыночной стоимости спорных объектов и земельного участка. Говорят, Гульнара Галина выручила миллионы рублей, которые ее супруг благополучно потратил на борьбу за кресло в Госдуму на прошлых выборах. Точнее, неблагополучно в Думу не прошел, а с партнерами теперь его супруга судится. Хотя сам Ильгам Галин высказывает совсем другую точку зрения. Что они озвучивают мою фамилию, это политический заказ, во-первых. Перед будущими выборами они себе зарабатывают дивиденды. Как это было ранее, уже во время выборов в Госдуму. Это на один вопрос ответил. Второй вопрос. Вы имеете ли отношение к этому зданию и к этому предприятию? Я вот хочу сказать, ни я, ни моя жена на сегодняшний день отношения никакого нету к этому зданию и к этому предприятию. В прошлом году остатки былой роскоши специалисты оценили в 500 тысяч рублей. В этом году оно стало стоить еще меньше, всего 300 тысяч. Как цена малосемейки? Оно, может, и верно. Потихоньку вывезли все, что можно было продать. Оборудование, плиты перекрытия и даже металлолом нашел своего покупателя. В эти дни, год спустя, площадка наконец будет расчищена. А вот судебным тяжбам не до конца. Лилия Гарифуллина, Азат Давлетшин. Время новостей.